Приветствую вас, дорогие друзья, на связи Саня. Что ж, недавно я решил поиграть в Counter-Strike Source, поностальгировать, так сказать. Потому что в свое время я очень много играл в Counter-Strike Source. И, в общем, снова потом решил перейти на CS 1.6. Поиграл там в режим Jailbreak, в режим зомби, вроде бы Gun Game еще. И вроде бы еще обычный режим. Кстати, возможно, про Gun Game я сказал два раза. И как-то раз я наткнулся в поиске серверов на такой интересный, черт возьми, сервер. Это SCP Foundation. Сначала я думал, это какой-то Jail сервер, где может отыгрывают РП или, возможно, просто Gun Game или что-то еще другое. Но никак не ожидал, что здесь окажется карта SCP, которая прям похожа в Garry's Mod. Возможно, разработчики брали как за основу. И, в общем, я решил зайти на этот сервер и записать. И я уже сотрудник МОК. О, черт возьми, я уже появился. Нифига себе, выход Б открыт. Давайте пройдемте сюда. А, нет, сюда не получится. Ля, мы за МОГовцев играем. Сюда можно перепрыгнуть? Уй, могу. Есть, отлично. Слушайте, сразу так в бой, неожиданно. Ладно. Это, конечно же, опасно, но... Погнали. Это немножко стрёмно. О, черт, парни. Не успел с вами договорить. В общем, все мои первые впечатления вы сами знаете. Убиваем скрома. О, хорошо, я понял. Принято, в общем. Пусть так и будет. Так, сектор, наверное, чист. Давай, парень, закрывай. Мы пошли. Закрою я дверь, пожалуй. Блин, не стоит ли отставать от своего отряда? Мало ли что. Класс Д для вас бежал. Еще класс Д сбегает. Не очень хорошо для нас, как бы. Ну, посмотрим. Черт. Какой-то звук стрёмный. Кто-то подавился чем-то, что ли? Ладно, погнали. Идем медленно. Пусть нас не слышат. Черт! Где? А, кто? Зачем? Ой-ой-ой-ой-ой, это не очень хорошо, это не очень хорошо. Это не очень хорошо. Так, отключено. Скромник! Уже? О, черт, он здесь. Он вышел, я не успел в него попасть. Так. Нет, это не очень. Теперь проблема хаосов. Ага. Хаосов, говоришь. Ну, возможно, кстати. Для нас уже это не проблема. Девятихвостый лис. Вот он, ACP, Nathan Fox. Вот, остался последний ученый, класс D. Угу. Эй! Чем мы занимаемся? Последний ученый, класс D. Кто-то из наших остался последним. Понял. Понял, принял. Ща хп сняли. Воу-воу. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Перезарядка. Чёртов КС. Давно я не играл в КС. Ну, это мой первый день был, вы чё, это был мой первый день. Я только вышел на работу, мне сразу кинули моговцам. О боже, спасибо. О боже, это озвучка Трилл Тим? Серьезно? Офигеть. Привет, доктор. Теперь я SCP-049-2. Меня оживили. Круто. Где труп, очень сложно сказать, потому что я вообще в другом месте умер. Неожиданно быть живым. Ну, будем искать. Увижу, скажу. Веночки.
Апчи, апчи. Упали вниз. Здесь, видимо, не пройти. Мы здесь, чтобы защитить вас. Или убить. Да? Добро пожаловать. Ля-ля-ля. Парень АФКшит, короче. Просто шедевр. Ну, ладно. Он чилит, отдыхает. Ну, пошли за... А. Разбили стекло. Прям как в Арисмоде когда-то было. В первых версиях притчи. Я это помню. Ну, идем за... Я как стадо должен идти за доктором. Нет, я не готов прыгать. Я не настолько живучий. Пали, говоришь. Нифига себе колокол. Хо-хо! Нифига себе колокольчик. Как тут три раза-то постучать-то на таком колокольчике? Я такого колокольчика еще никогда не видел. Не, ну это прикольно. Это прикольно. Ну, доктор, я не знаю, есть ли кто-то здесь еще. Доктор ушел. А, 20 секунд. Кто-то открыл дверь. Ну давай. Сразимся. О! Здрасте. 20 секунд. Ничего интересного не произошло. В общем, ни с кого ударить я не смог. Спущусь я вниз. 5 секунд. Все равно конец матча по-любому. Нет? А можно отключить? Я тупой зомби, я не знаю, как это делается. Поднимайся наверх. Пусть взорвется. Когда если меня забанят за то, что я... Доктор, я слышал тебя. Не бойся. Опа, а это что такое? Ля, похоже на турель. Нифига себе. Здесь что, еще турели есть? Не, ну это было прикольно. Может умереть? Нет, не могу. Вирус? Оу. Интересненько. А он закрыт. Его закрыли. Вирус. О, я открыл вирус. О! Заразю весь комплекс. Забавненько, забавненько. Сейчас рванет, скорее всего. Ля-ля-ля. Или мне просто вируса так плохо. Нет, тут бабах. Да, игра окончена. Опа! Вы класс D. Цель сбежать из комплекса. Отлично. Так, спаси себя и эвакуироваться из комплекса. Плюс 25 к карме. Интересненько. Интересненько. Ну, знаете, звучит как Джоэл какой-то. Просто побег сразу идет, только... Ну, это нельзя так делать-то. Что ты делаешь-то? Разбил стекло. Что ж ты делаешь-то? Ладно, идем вперед. Главное не умереть. Хыц! Так. Здесь ну что? Ага, карточка первого уровня. Здесь что? Исследуем комплекс. Это у нас 372... конечно, уже карточка нужна. Так, здесь что? Здесь у нас документики, всякое прочее. Но, скорее всего, мы туда не попадем. Интересненько. Вау. Как я понимаю, тут больше всего было взято за основу, то есть текстуры из Thrill Team, что ли? Так, второй. Опа, а откуда? X? А это что? Лифт, что ли? Давайте в лифт, что ли, спустимся. Может, там мы меньше проблем повстречаем, но если там ящерица, я просто с ума сойду. Надеюсь, ее там нет.
Тихо. Интересно, здесь есть 173-й? Я думаю, да. Ладно. Спускаемся вниз. Эй! Коридор, встречай меня. Вот он я. Кто ходит? Кто ты? Кто-то здесь? Покажите карточку. Какую карточку? Ты меня видел? Здорово. Нет. Ну все, все, все. Саны, это я. Не, вот это я. Это я. Я. Понятно. Ну, погнали. А, ну конечно, это ты. Учили, как там третья карточка. Третья карта, говоришь? Погоди, ну и так можно. Блять, ну... Они нас бросили, понимаешь? Где карточка? Они забрали. Пошли за ними, что нам делать, нехуй. Убить! Живаем вместе. Вместе? Ну ты понимаешь, когда вместе, как это... брат за брата, черный за черного. Только я белый. Да. О, пошли маску оденем. Мы же пизданутые долбоеба. Ну пошли. Куда ей надо идти, я что-то не помню. А я даже вспомню, я вообще впервые зашел сюда. Доступ запрещен. В доступе отказано. Не-не-не, нам по-любому ничего дают, а мы походу вернемся назад. Или нет? Все сложно. Оу. Я его потерял. Ой. Минус поц. Опа, вот и они. Пошли. Вот. О, круто. Карточка у них есть, у меня ничего нет, но я буду просто гражданином. Ну это дэшник вроде бы как. Вроде бы как дэшник. Ну пошли. Идем. Вот. Черепок? Все, погнали. Боже мой, я просто хожу туды-сюды, туды-сюды. Воу-воу-воу! Что происходит? О, черт! Ты чё, прототип, что ли? Сайберпанк, короче. За что? Бежать! Знаешь, лучше... Да, лучше в лифт. Куда идти? Ты мне говоришь? А, ты же класс D. Ты совсем ты... Ты тот, который жестами общаешься. В общем, идем за человечком, который ничего не говорит. Вроде бы ничего интересного не происходит. Мне стрёмно на самом-то деле. Если честно, я лучше... Нету! Нету оружия. Нету. Ты меня видел? Какое оружие? Я самый безопасный дэшник из всех. У меня только карточка, ID. Ну нормально. Оу! С этим объектом будет все плохо. Оу. Оу. Ты хочешь убить меня? Нет, А, вау, Фомка, спасибо. Не знал. Ля, Фомку можно получить. Ну, спасибо. Я теперь безрукий. Протезы поставим. Ну, окей. Протезы. Умираю. Ну, в общем, судьба не очень. Походу мы умрем без рук.
Черт, я без руки. У меня ничего нет. Протеза хочет он мне поставить. Ты хочешь стать... Я что, должен стать как тот человек? Мутант? Я стану как тот? Ой-ой-ой. Это стрёмно на самом-то деле. А вдруг я умру? Нифига. Ну, отлично. Осталось только полечиться. Один удар, и ты труп. Слушай, там дверь открылась. Эй, кто там? Вот и закончилась история чувака с протезом. Я повстанец хаоса. Оу май. Слушайте, да мы тут сейчас за всех поиграем. Только ученые остались, SCP. Остался последний SCP. Ля, интересно. Убит. Ну он бессмертный. Ой, походу. Он сдохнет, чел, там хаосит. Опытный хаосит. Да, верим таким же, верим. Ля, с карточкой. Погнали. Да, поехали. Ой, план такой, врываемся, умираем, да? Да. Если что, Лешек тоже. Все как обычно, в общем. Тихо. Слушай, довольно тихо и спокойно. Мне это не нравится. Ладно. В поисках. Последний SCP остался. О-во-во-во. Здесь движуха. Стал. Это да, это... Тут. Дробаш, конечно. Погнали. О, черт! Так можно умереть. Ворваться, что ли? Да тут... Ту! Вот... Вот козел. Ну, давай. Да что это сегодня такое?